Гурбангулы Бердымухамедов переизбран президентом Туркменистана на третий срок. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК республики. Согласно подсчетам, Бердымухамедов набрал 97,69% голосов избирателей. Явка, по официальным данным, была такой же высокой. Всего в стране работали свыше 2500 участков. Еще около 40 за рубежом. За ходом выборов следили более 150 международных обозревателей. Отмечу, помимо Бердымухамедова на пост президента претендовали еще 8 кандидатов.